Доброго времени суток. В работе также у меня еще есть электромикроскоп. Сразу расскажу, что вещь очень удобная, особенно понадобится тем людям, кто паяет. Сборка. Быстро все. Прямо на ваших глазах, чтобы понимали, что тут никаких сложностей нет. Шнур удлинил. Блок питания шел в комплекте. Можно запитывать от пауэрбанка. Мини-USB. Модели разные. Продаются. Есть с выходом подключение к монитору либо телевизору. В зависимости от цены, естественно. Ну, например, нам удобно паять на определенной высоте, как вы знаете. Разброс регулировок позволяет настроить качество изображения для пайки. То есть смотрим. Удобно, в принципе, да? То есть, видим, паяльником будет работать удобно. Также сюда можно вставлять ТФ-карту. У меня не установлено. Без надобности. Снимать какие-то ролики с него мне не нужно. Не знаю, как на телефоне будет видно, а на самом дисплее отчетливо все, прекрасно. В общем, рекомендую тем, кто занимается
спайкой. Ну, а остальным сами додумывайте, кому это нужно. Все, спасибо за просмотр, всего доброго.